Каждые выходные у родителей и детей есть прекрасная возможность провести время вместе и лучше узнать Вроцлав. Так, в прошлую субботу на площади Сольном во Вроцлаве была организована встреча, чтобы узнать о диковинах и секретах Вроцлавской рыночной площади. Каждый ребенок с помощью рабочего листа должен был найти и отгадать загадки, а родители могли в этом помочь. Для самых стойких были предназначены награды. Шукаем краснолий вроцлавских, а тех краснолий есть направду дуже. Есть их, но около понад 450 на pewno. Не знайдуємо их одного дня, бо бы нам часу забракло. На спацер мамы przewidziane niecałe półtorej godziny, ale to jest taka zachęta, żeby potem samemu z rodzicami te krasnale szukać. Участие в городской игре платное и предпочтительное для детей в возрасте от 10 до 15 лет. Места ограничены, поэтому лучше сразу зарегистрироваться онлайн. Городская игра с гидом – это потрясающий опыт для детей и много впечатлений для взрослых. Городская игра проводится каждую неделю.